все на восток. Все на восток. Вот тебе одна машина на запад. Кризис миновал, Тарас Андреевич. Спасибо, доктор. Спокойно, спокойно, Марийка, спокойно. Как тебя зовут? Марийка. А меня как зовут? Доктор. Доктор. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. Ну вот и Марийка здорова. Марийка в школу бегать будет. Дедушка! Последняя машина уходит. Немцы близко. Да-да-да. Оставайтесь у меня, Арон Давыдович. Да-да. Да. Ну, у меня ведь пациенты, больные дети. Да-да. Порошки надо давать 3 раза в день. К ногам грелки. Да, грелки. Все идет хорошо. Хорошо. Совсем хорошо. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Благодарю. Следите, чтобы она аккуратно принимала лекарства. Все идет хорошо, очень хорошо. До свидания. Все-таки остались бы у меня, Арон Давидович. Куда вы сейчас пойдете? Я не могу, Тарас Андреевич. У меня больные. До свидания, Тарас Андреевич. До свидания. Спасибо вам. И вам спасибо за внучку, дорогой. Что делать? Что делать, Леня? Дедушка, у меня есть граната. Я сейчас кину в немцев. Ты где взял? Я... Зарой! Зарой сейчас же! Чтоб никто не знал. Слышишь, Женька? Никто.
Ну что? Ничего, ничего. Будем жить. Как-нибудь будем жить. Ой, деду, сколько немцев. Это нас не касается. Запасите воду. Двери запереть, ставни закройте. Тарас Бульба. Повесть. А поворотись-ка, сын. Экой ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? И это все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской Бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно. Читай. Читай, Леня, читай. Как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. Ну, здорово, сынку, почеломкаемся. И отец с сыном стали целоваться. А ты, Бибас, что стоишь и руки опустил, говорил он, обращаясь к младшему. Не слушай, сынку, матери. Ваша нежба — чистое поле на добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Эх, Степан, Степан, где ты теперь, сынку? И без тебя все обойдется. Ты бы уехала, Валя, а? Я не хочу, чтобы без меня. Ты ведь остаешься? Я коммунист, Валя. Это мой долг. А я 15 лет жена коммуниста. Максим! Максим!
Здравствуй, Степан Тарасович. Здорово. Значит, цел? Цел, цел, берегу голову. А за нее уж 5000 марок даю. Вот кого не ожидал встретить. Это хорошо. А он вот выпроваживает меня. Да я мужу не подчиняюсь. Давайте на зло фрицам покушаем. Чем богаты, тем и рады. Небось, трудно управлять хозяйством. Без ЗИСа, без аппарата, без телефонных барышень. А вот теперь мы здесь. Здесь 11. И знаешь, куда надежнее моего голубого экспресса? По крайней мере, бензина не просит. Ну, продолжай. 6 шахтерских отрядов по шахтам и 3 комсомольских на селе. Хорошо. С Иваном Петровичем связался? Ага. Хорошо. Вот, медку покушайте, как слеза медок. А для вас у меня есть особый подарочек. Казбек. Ява, Москва. Москва. А что, Панас Терентьевич, немцы к вам не захаживали? Нет, Бог миловал. Может, дороги не знают, а может, боятся. Тебя боятся? Зачем меня? Пчелы. У меня пчела сердитая. Человека в чужой форме не любит. А ты теперь, Максим, в город ступай. Мне туда пока нельзя. И прошу тебя, про стариков моих узнай, как они там, живы ли? Ты чего плачешь? Ну? Она повестку из управы получила. Вторичную. Вторично. Строго предлагается Антонине Яценко, бывшему бухгалтеру жилотдела, явиться на работу. Это нас не касается. Повестка-то меня касается. Не касается, не касается. Я не могу, когда бьют, а там бьют. Не будет моя фамилия служить немцам. Не будет. И тебе не позволю, и себе не позволю. Так и знай, не позволю. Назад. Ну что надо? Это я, Мельченко Назар Иванович. Ну чисто дот, а не квартира у тебя, Тарас. Ну что ж, так и будешь сидеть в хате? Так и буду. Так ты живого немца и не видел? Нет. Не видел и видеть не хочу. Меня это не касается. Да. Люди болтают, немцы завод постанавливать будут. Какой завод? Наш. Да наш же, какой еще? Быть не может. А где же немцы руки найдут? Тебя заставят. Меня. Меня не заставят. Как же быть, Тарас Андреевич? А это решай каждый, как совесть велит. Нет, ты скажи, как жизнь спасти. Надо думать, как душу спасти. Душу. Так что же значит? Терпеть? Не покоряться. Кто здесь? Полиция!
Серег. Антонина Яценко. Я. Паспорт. А это кто? Это Мельченко Назарь Иванович, мастер. Эх, молодой человек. Счастлив твой отец, что умер, не увидев тебя в форме полицая. Молчи, старый черт. Получишь на бирже. Позвольте, позвольте. Не знаю, конечно, как величать вас, господин. А ты не вмешивайся ни в свое дело. Твой черед. Твой черед будет. Кто меня на замет? Ах ты, щет! Что вы? Ты что вы с ума сошли? Мы еще вернемся, Тарас Андреевич. Дедушка! А? Я сейчас граната! Мать, вымой пол, чтобы их духом здесь не пахло! Настенька, видала своего Василька? Как форму носит, как будто бы всю жизнь полицаем служил. Савелий Петрович. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйте. Садитесь, Степан Тарасович, садитесь. А я вам сейчас есть приготовлю. А? Савелий Петрович, ты один? Один, один. Здравствуйте, товарищ Яценко. Это кто? Староста. Смело выходите, товарищ Яценко. Я вас сразу узнал. Садитесь. Чего стоять? В ногах, правда, нет. Да, а вы меня не узнали? Да где там? Нас, мужиков, много. Так колоси во ржи. А вы даже со мной беседы имели, правда, в обществе. Наедине вот только сейчас удалось. Агитировали вы меня тогда в колхоз. 6 лет агитировали. А я 6 лет не шел. Несогласный, я кажу. С тех пор меня Игнатом Несогласными зовут. А на 7-й год сам пришел в колхоз. А от чего пришел? А? Сагитировал, значит. Нет, меня сагитировать немысленно. Убедился я, потому и пришел. И так кинул, и так положил. Выгоднее выходит в колхозе. Теперь немец обещает земли дать вечное единоличное пользование. Как думаешь, даст? Такому, как ты, даст. За усердие. И я так прикидываю, такому, как я, даст. За усердие. А я не возьму. Деды мои, батьки мои на полоски ковырялись. А я на полоски ковыряться не хочу. Единоличной земли мне не надо. Невыгодно.
Марокко. И масштаб не той. Постой, постой. Ты за что стоишь? За масштаб. Стало быть, за советы? Но поскольку на земле нет другой власти, согласно на эти условия, окромя советской... Спасайся или уполномоченный? Уполномоченный. Бумаг мне твоих не надо, знаю тебя. И могу сказать, а ты передай. Колхоз наш живет, как бы это сказать, подпольно живет. И все колхозное добро припрятано. А так, про то моя спина знает. Спасибо тебе, Игнат, спасибо. И прости ты меня. А чего прощать? Нехорошо я о тебе подумал. Ничего, Бог простит. Ну, а партизанам надо хлеб переправить. Дадим, только расписку возьмем. Правильно, по-хозяйски. Спасибо. За все спасибо, Игнат Несогласный. Здравствуйте, Арон Давыдович. Здравствуйте, Тарас Андреевич. Как поживаете? А как моя пациентка? Спасибо. Здорово. Бегает. А это вот моя внучка. Самое дорогое, что у меня осталось. Давидович, идемте со мной. Нет, Тарас Андреевич, вам со мной нельзя. А вот моя внучка, прошу вас, она у меня единственная. Дедушка! Приду, приду, приду. Вы
будет ехал нах Германия. Вы будет ехал нах Германия. Выходите, граждане, вы свободны. Мать, открой, повозись там с ними. Дедушка, сундук? Давай. Ну, собирайся. Куда? На биржу. Мать, давай пиджак. Они завод восстанавливать хотят. А мы им не мастера. Мы... Черные рабочие. Мы не мастера, мы черные рабочие. Угу. Черные рабочие. А мы черные рабочие. Мы? А? Мы черные рабочие. Мы чернорабочие. Ну да. Садитесь, господин Яценко. Вам пришлось ждать, Тарас Андреевич. Извините, дела. Вы нам нужны, господин Яценко. Поэтому начну прямо с дела. Немецкое командование решило восстановить завод. Да. Это грандиозная строительная задача. Мы с вами, немолодые люди, отбросим политику в сторону. Для мастера нет политики, есть дело. Мы предлагаем вам дело, мастер. Я добрый. Вы будете сыты, ваша семья обеспечена, вы будете кушать белая булка. Я не мастер. Я черный рабочий. А? Черный рабочий. А я вас повешу. Мастера. А кто вы? Черные рабочие. А вы?
Кто есть? Черный рабочий. Ты. Черный рабочий. Ты. Черный рабочий. Ты! Черно-рабочий. Хорошо, хорошо. Нам нужны и черные рабочие. Без хвоста. Ну! Сел он задом наперед и поехал в огород. А его можно будет быстро восстановить. А? Дай только фрицам околеть. Дай бог. Это верно. А начинать надо с литейного. Что твой литейный? Вот кузне, куда ударить молот, и жив завод. А без литья зачем твой молот нужен? Верно, Тарас Андреевич? Верно, то верно. А вот без чего завод не завод, это без слесарей. А сколько тебе лет, Тарас? 60, говорят. 60. Так молод ты еще рассуждать. А меня Юхим Петрович весь город знает. Я двух сыновей вырастил. А я тебя самого вырастил. И мастера себя сделал. Вот тебя и Назара. Да я, Юхим Петрович, сам сколько мастеров вырастил. С литейного начинать надо. Кузница, говорю. Литейный. Кузница. Слесарный. Слесарный цех будет. Что, крапор кто держал, слесарный держал. По-моему, только он мимо бьешь. Совесть не держит, ваше высокоблагородие. Братцы, а фамилия ему не Зубатов ли? Его фамилия Азеф. Постойте, братцы. А не набить ли ему лучше морду, а? Можно.
Давай, Петро. Есть, давай, Петро. Давай, давай. Ну, мальчики, за молоты. Есть молоты. Есть. Посмотри за прицом. Есть, посмотри за прицом. Цеха начинать надо. Вы не есть черные рабочие. Вы есть мастер. Очень хороший мастер. Прощай их, Юрий Петрович. Они украли у тебя не только почетную жизнь, но и почетную смерть. Давидович. Это вы мне? Вам и мукам вашим. Спасибо, человек. Thank you.
Пойдем. Время подали мы, товарищи, руку на братство. Дедушка, скажи, а русские скоро придут? А ты что, не русская? Нет, мы теперь немецкие, да? Нет, русские. Русские. Надо так говорить. Наши придут. Наши скоро придут. Наши немцев прогонят. Дедушка, а папка мой с нашими придет? Придет, Марийка, придет. Обязательно придет. Должен прийти. А когда папка с нашими придет, в сундуке не надо будет прятаться? Нет, внучка, нет. Когда наши придут, никому в сундуке прятаться не надо будет. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Настя. Никого нет? Так есть же такие, которые бьют вас, собак, сказал он.
вот же я тут такой. Сыны мои. А твой выстрел мог испортить все дело. Я не мог. Надо уметь. Держать себя в руках надо всегда уметь. Я не мог. У меня сердце разрывалось. Ну что ж. Сердце иногда надо уметь подчинить разуму. Но когда мы вышли от Тараса Андреевича, девочка все время кричала: «Дедушка! Дедушка!» Я хотел взять девочку из его рук. Фриц не давал. Ну, я и выстрелил в него. Выстрелил? Убил. Ну, хорошо. Только впредь будь осторожен. Степан Тарасович, я не могу. Не могу больше в полиции. Куда угодно пошлите, а в полиции не могу. А почему? Ведь меня презирают люди. Жаль мне тебя, Василек, а идти в полицию надо. Ты десятилетку кончил, по-немецки знаешь. Придется остаться. Я понимаю. Ну вот и хорошо. Степан Тарасович, вот знаете, я... Что еще? Еще со школы. Ну-ну. Ну, с 10 класса. Сестру вашу. Настеньку. Что? Любишь? Степан Тарасович, а нельзя ли ей всю правду сказать? Сказать всю правду... А вот мы сейчас... Панас Терентьевич, попросите товарища Н. Товарищ Н. Здравствуйте. Андрей, сынок! Красивый ты мой! Тоня! Голубчик! Кто это? Это твой папка. Ой, какой непохожий папка.
А у вас все как было. Да. Так откуда же ты взялся, Андрей? Из плена. Из плена? Думаешь, мне этот плен легко дался? Я, может, сам себя 100 раз проклял, что не умер в бою. Помереть легче. Да. А как ты в плен попал, Андрей? Как все попадают. Но окружение. Налетели немцы, танки. Я на винтовку поглядел. Ну, что с ней делать? Ну и... Сдался, чертов сын! Эх, дядя, как же это ты? Я бы ни почем не сдался. Не сдался бы. Щенок, вояка. Все вы тут, погляжу, вояки. Смерти не нюхали, а тоже рассуждаете. Мы тебя не таким ждали, Андрей. Да будет тебе, отец. Будет. А ты молчи, старая. Несправедливый вы, Тарас Андреевич. Кочка! Ты лучше детей выложила. Почему не снять? А? Ну... Ну, приехал, ну, живой. Представление окончено. Спать! Ты, Антонина, суди меня как хочешь. Чего, брат, с женой стесняться? Ты России изменил, чего уж тут жена? Жена – существо кроткое. Она всего боится. Жена простит, а вот простит ли Россия? А перед Россией моей вины нет. Врешь! Ты всех обманул. И Россию, и жену, и меня, старого дурака. И мое ожидание. Лёня, мой папа герой? Ну да, герой. Спи, Квочка. Нет, я не вырвался из плена. Все опутано колючей проволокой. И вот сюда впились колючки.
жмых не режется. А чего у тебя глазки такие грустные? Теперь ведь немцы. Я на службу. А ты, Настенька, тоже служишь? Я? Нет. А что же ты делаешь? Я прячусь. Прячусь. У меня теперь вся жизнь в том, чтобы прятаться. А отец на заводе работает? Да, вроде. Под конвоем дедушку водят на завод, а без конвоя он не ходит. Понятно? Да, почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора ведут на завод, под конвоем. О, что-то опаздывает мой полицай. Да. Опаздывает полицай, непорядок. Ну что ж, простить можно. Теперь везде непокорство много, полицейских рук не хватает. Ты что, Андрей, теперь в полиции служить будешь, а? Как вы обо мне думаете, отец? Даже странно. Ты свой путь выбрал. Ты теперь меченый. Вы и во сне того не видели, что я пережил. Эй, выходи, старый черт! Пришел таки полицай. Иду, иду. Погляди и ты, Андрей, какой теперь старикам подсчет. Ну, иди. Тебе на это поглядеть надо. А, здравствуйте. Опаздываешь, Тарас Андреевич. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Тарас Андреевичу. Здоров. Почтение. Здравствуйте. Ну, пошли, старые! А ты кто тут будешь? А я? Я мастер тут. Мастер, сукин ты сын, а не мастер. Постой, постой. А нас сюда зачем? Как зачем? Вы же мастера. Ну, мастера, допустим. Как работать будете? А-а-а! Русский мастер. Я есть инженер. Здравствуйте. Здравствуйте. Русский мастер, есть один очень важный и великий робот. Надо скоро, быстро, хорошо ремонтировать танк. Если нет, расстрелять! Надо работу поглядеть. О, да. Мастер тоже не видал работу. Пойдем, покажу. Идите! Это есть могущественный немецкий техник. Чистая работа, ничего не скажешь. Аккуратно. Ну да.
Где же это их так сердечных? Тять! А я ж молчу. Эти танки должен скоро идти в бой. Если нет, расстрел. Мы эту работу сделать не можем. Мы не мастера. Как не мастера? Мы черные рабочие. Как черные рабочие? Не мастера. Самоучки, одно невежество. Как? Все черные рабочие? Все! Поедете в Германию. Там будете работать. Там будете работать. Марш! 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 Мать! А где ты, мать? Слушай, мать, сколько лет мы с тобой вместе живем? Скоро 40. Сколько? 40. Еще столько жить будем. Убери-ка детей. А с тобой, Андрей, мне поговорить надо. Ты хоть как-никак, а все-таки человек военный. Да. Не вояка, конечно. Об этом не будем говорить. Ну, а все-таки кое-чему тебя учили, так? Ну, так. Вот ты мне и скажи, с какого расстояния гранату кинуть так, чтобы танк разворотить? А вам зачем? Вы что, гранаты собрались бросать? А может, и собрался. Был бы моложе, кидал бы. В плен не сдавался бы. Будь покоен. Дедушка, с 5 метров. Брысь! Брысь! Да, правильно Ленька говорит. С 5, с 10 метров, вернее всего. Теперь другой вопрос. Броня. Броню танка гранатой не возьмешь. Выходит, тут пушкой надо брать, а? Ну, пушкой. И не всякой пушкой возьмешь? Тяжелый танк, легкую пушку не возьмешь? Ну, конечно. Значит, должны быть тяжелые пушки. Может быть, так? Ну, так, конечно. Выходит, и пушки есть. Есть, есть, чертов ты сын, наша армия есть. А я за тебя чуть верно не лишился. Не перебивай! Садись, садись! Где-то наши набили много немецких танков. Немцы привезли их сюда чинить. Подлых рук ищут. Так вот... Что я тебе скажу? Ты что хочешь, можешь с собой делать. Хоть в полицию идти служить, мне до тебя дела нет. Я тебя своей души вырубил. Но на завод, Андрей, слышишь, на завод! Я тебя сам, своими руками. А в остальном, живи как знаешь. А мне вот сюда... Уходить надо. Семью от голода спасать. Себя от Германии. Я тебя породил, я тебя и убью. Сказал Тарас, и отступивший шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Видно было, как тихо шевелились уста его, и как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны, или матери, или братьев. Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Неправда! 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 А ты не кричи! Что, вину чуешь? Нет моей вины, нет! А это мы увидим! Может, не пойдешь, Тарас? Не такие твои годы, чтобы идти. Да, не такая старость мне причитается за мой труд на земле. Даже стоит уковать. Пойду, днем пойду, через весь город пойду. Thank you.
Ну, Доня, гляди, ты теперь один мужчина в доме. Плачьте, мама. Thank you.
Как Сталинград? А что Сталинград? Сталинград наш. Правда, там и немцы имеются. Пленных 1100. Ну? И к работе немножко приучается. Послушай, скажи этому человеку, который разговаривает там, пусть сюда идет. Я очень прошу тебя. Человек знающий. Вы меня звали? Я. Зачем? Я звал. Батя? Здравствуй, батя. А ты что же тут, земляк, делаешь на дороге? Я земляк. Землю ищу неразоренную. Ну и как? Нашел? Нет. Отчаялся. Отчаялся? А неразоренная земля недалеко. За Волгой. А ну-ка, ступай со мной. Я тебя в армии считал, а ты, выходит, в водке. Да так уж вышло. А мне говорил, в армию иду. Ну, отец, всего сказать нельзя было. Это от чего же? Да дело-то мое секретное, партийное, так вдруг не скажешь. В таких делах беспартийных нет. Мог сказать. Не чужому. Верно. А Валя где? Валя, как и я, ходит. Скажи, пожалуйста, вот тебе, Валя, а хоть бы слово отцу, хоть намек, чертовы дети. Ну, чего ж ты про сына не спросишь? А? Да я знаю о нем немного. Жив ведь, Ленька, здоров. Ну, здоров. Постой, постой. А ты от кого знаешь? Ну, от Насти. Пишет она мне иногда, люди приносят. Василий вот. Василий? Полицай? Вот чертовы заговорщики. Ну, Степан, я тебе век этого не прошу. А Настю приду в выпурю. Так ведь я свою ошибку признаю. Видишь, не таюсь. Не таюсь, не таюсь. Еще бы от родного отца таиться. А кто тебя человеком сделал, а? А если хочешь, так я тебя в большевики вывел. А, верно, да? Верно, отец, верно, верно. Нет мне от сыновей радости. Один с плену еле вырвался, другой ходит, ничего отцу не говорит. Дочь таится. Только я один, старый. Брожу по свету. Ну что ж, ну давай, как люди, почеломкаемся, что ли. Спасибо, сын. Спасибо, что не обманул. Я на тебя надеялся больше, чем на всех. Спасибо. Вот бородатый какой. А я тебя по голосу признал. Голос мой и характер. Настеньку вернусь, выпурю. Выпурю. Это не гром. Ну. Thank you.
уйдет как. Кровавый будет год. Кровью покорены, кровью и освободимся. До свидания, Тарас Андреевич. До свидания. Вот и прибыли. Всего доброго, Тарас Андреевич. Счастливого оставаться. А, полицай. А я знаю, кто ты. Тарас Андреевич. Я знаю, кто. Тарас Андреевич. Тарас Андреевич. Пусти. Ничего, мать. Ничего. Девочка наша. Девочка. Не надо. Не надо, мать. Слезы Насте не нужны. Не плачь. Где Андрей? Ушел. Куда? Не сказал. Просил, передайте отцу. Он еще обо мне услышит. Одни остались мы, отец. Нет семьи нашей. Много выстрадали мы, отец. Да, мать. Но мы страдаем молча. И молча бьемся. А я хочу видеть... Сумеет ли выстрадать немец? Я хочу видеть слезы его. Хочу видеть. Имею право. Тарас Андреевич, немцы город взрывают. Что? Взрывают город немцы! Уходят! И как уходят? А, не давать им! Уходить! Не давать! Мать! Давай удеваться! Лёнька! Волку! Тоня! Мамо! Дядя, вам чего? Марийка! Дочь! А мам? Германию взяли. Мама! Мама! А где Настя?
Где отец? Ну, чернорабочие, хватит. Собирайте мастеров, слесарного цеха начнем. Да что за Тарас Андреевич, литейного надо. Нет, слесарный. Литейного, говорю. Нет, нужно скузни. Нет, слесарного. Нет, скузни. Зачем спорить? Начнем со всех цехов, дел много. Ну, что скажешь? А что ты скажешь? Стой! Стой! Сказано, стой! Гордый чертов сын. Мой характер. Спасибо, Андрей. Спасибо, сын. Спасибо. Давай. Давай. А у меня тоже граната была. Тарас Андреевич, с какого же цеха начнем? Со всех цехов начнем, товарищи. Со всех городов, со всех сел. Из каждого дома, чтоб жить. Жить имеем право.